согласен, с огоньками будем делать шары бобо. Нам понадобится палочка, скотч, гирлянда и один воздушный шарик. Но у нас воздушного шарика нету, так что нам понадобится гондон. Но одного гондона вы видите в кадре, так что вот этот гондон. Начинаем надувать наш шарик. Наш лом к власти шлепнул, но ничего страшного. Я, в принципе, так и получился. Я думаю, и вы так же получились. Только, оператор, дай мне свои. Соглазый. Пойдет. Завязываем. Готово. Зафигариваем его на палку. Готово. Теперь наша гирлянда, главное ее распутать. Оператор, помоги, не могу. Давай, начинай дрочить мне. Ох, детишки будут довольны. Не беда. Вышло. Ох ты, сучина. Все! Готово! Теперь осталось только включить! Марсик, иди ты отсюда! Работает! Смотри, сколько режимов! Сразу можно детям оп идти и дарить! Да! Ах ты ж, имя горбатое! Ну как мы знаем, что у таких шариков есть несколько применений? Сейчас заценим! Вот это прет, оператор, будешь, не? Ха-ха, Барсик, про тебя я тоже не забыл, один, на пасек один.